Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вот, решила прогуляться по французскому лесу. Видите, да, февраль. На деревьях плющ вьется. Трава зеленая. Почему-то вот такие деревья у них. Какие-то плющом обвитые. Это дубовый лес. Нету берез, совсем нет берез. Нет берез. Ой, хорошо-то как, да, прогуливаться-то. Красота. Сделали вакцинацию. И вот я говорю, давай прогуляемся, потому что надо прогуляться по свежему воздуху на улице. Что-то у меня под мышкой взбухла вена. Кто знает, это лимфоузел увеличился, наверное, да? Наверное, увеличился у меня лимфоузел под мышкой. Такая реакция у меня на вакцину получается. Напишите, кто знает. Напишите мне, пожалуйста. Лимфоузел, наверное, воспалился у меня. Ну, вышла гулять. Надо прогуливаться. Надо подышать подальше от дорог свежим воздухом. Февраль. Сегодня 12 февраля. Хорошо, да? Ой. Во Франции хорошо жить. Нет зимы. Одел осеннее пальто. Ни шапку не надо, ни куртку тебе. И гуляешь себе. Хорошо. Ну, я думаю, видите, вот лесная дорога. Вы все время меня спрашивали, а какие лесные дороги во Франции? Вот такая лесная дорога во Франции. Видите? А эти, наверное, деревья они посадили. Видите, они такие маленькие. Когда-то их посадили. Прям много-много-много их. Они уже выросли. И время от времени они чистят лес. Видите? Лишние они обрезали. Чтобы не было урмана, да? Чтобы не было урмана. Как говорят, урмана. Чтобы чаще бы не было, они их обрезали. То есть, смотрят за лесом, получается. Молодцы французы. Вот. Солнце светит. Хорошая прогулка. Но третью вакцину поставили. Что-то немножко состояние расслабленности. Состояние расслабленности почему-то. Вот так французы смотрят за своим лесом. Ухаживают за своим лесом. Птицы поют. Хорошо так, как на природе, да? Красота просто. Видите, как я одета? Все налегке. Солнце светит прямо в глаз. Деревья сзади меня. Вот так прогуливаюсь. Вот эти вот, видите, да? Это лесные дорожки. Это не центральные там улицы, авторуты. Обыкновенная лесная дорога, где могут разъехаться две машины. Хорошо на природе, да? Надо почаще выходить. И вообще мне мои подписчики писали: Фани, делай прогулки по городу, делай прогулки по лесу. Ну да, такие прогулки, конечно, буду делать. Вот так вот, дорогие мои друзья. Жить во Франции мне хорошо. Мне нравится здесь жить. Зимы нет. Круглый год. Лето, осень. Потому что зима и весна, и осень одинаковые. Но весной, конечно, все цветет. Весной все цветет. Летом жара. Осенью дожди. И зимой тоже дожди. Вот метеоцентр уже говорит, завтра будут дожди. Сегодня пока солнце стоит. С вами был канал «Жизнь во Франции» Фани. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто зашел ко мне впервые,
Если вам понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки тоже и подписывайтесь на мой канал. С вами была Жизнь во Франции Фани. Всего вам доброго. Пока-пока.